13-й саммит БРИКС планируется провести под председательством Индии в 2021 году. Индия будет принимать у себя саммит БРИКС в третий раз после 2012 и 2016 годов. На полях саммита БРИКС Индия будет принимать вторую выставку БРИКС с 16 по 18 августа 2021 года. Выставка будет организована виртуально на онлайн-платформе, которая обеспечивает легкий доступ и может использоваться, не выходя из офиса или дома. Нажмите «Регистрация», чтобы зарегистрироваться и использовать свои учетные данные для доступа к виртуальному конференц-центру. 1. Достигнув конференц-центра, вы найдете различные варианты, которые помогут вам перемещаться по всей территории выставки. Вы даже можете обратиться к нашему представителю на стойке службы поддержки за любой помощью. 2. Щелкните «Информация», чтобы найти повестку дня для планирования встреч. Вы также можете оставить нам свой ценный отзыв. Вы даже можете обратиться к нашему представителю на стойке службы поддержки за любой помощью. 3. Встретьтесь и обсудите возможные инвестиционные возможности в инвестиционном зале БРИКС, нажав кнопку инвестиционного зала БРИКС. 4. Чтобы попасть в специализированные павильоны стран БРИКС, нажмите кнопку выставочного зала. Под опцией поиска вы можете найти участвующих экспонентов в соответствии с их профилем продукта. 5. Оказавшись на прилавке, с правой стороны вы можете просмотреть документы экспонента, галерею профиля продукта с его профилем продуктов. 6. Вы можете взаимодействовать с экспонентом через текстовый чат или вариант видеозвонка, а также обмениваться визитной карточкой с экспонентом. 7. Слева можно отправить запрос экспоненту, а также найти его каналы в социальных сетях. 8. Посетители могут получить доступ к залу аудитории и принять участие в вебинарах в прямом эфире и предварительно записанных сессиях. Слева и справа в зале аудитории можно найти повестку дня и ссылки на вопросы и ответы. 9. Для налаживания связей и поиска новых клиентов и потенциальных партнеров был создан специальный B2B-зал, где можно заранее назначить встречи с участниками. 10. В сетевом зале есть множество возможностей, которые позволят вам встречаться и сотрудничать с участниками в течение дня. Эти встречи могут быть между делегатами из стран БРИКС. Следить за выставкой BRICS Trade Fair можно также в социальных сетях, таких как Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram. Надеемся на ваше участие в выставке BRICS Trade Fair 2021. Для получения подробной информации посетите www.brixbusinesscouncil.in. Зарегистрироваться.